С наступлением теплой погоды у владельцев домашних животных, особенно собак, прибавляется забот. Даже в городских дворах их подстерегает серьезная опасность от укусов эксодовых клещей, что может привести к гибели четвероногого питомца. Но избежать угрозы можно, в том числе и с помощью профилактических мер. После прогулки надо внимательно осмотреть собаку, особенно там, где шерсть короткая, где густая, клещ не прокусит. Надо помнить, что болезнь коварна. Первые симптомы могут появиться через 7, а то и 30 дней, когда вы уже и забыли про давнюю прогулку. Снижение активности собаки, отсутствие аппетита, говорят об укусе, но самый точный диагноз может дать анализ крови. Именно там возбудитель болезни самым активным образом уничтожает эритроциты, и собака гибнет от недостатка кислорода. Тут быстрота постановки диагноза играет большую роль. Вовремя выявленная болезнь лечится довольно успешно, но ее можно и предотвратить. Пик активности клещей приходится на апрель и май. В это время надо быть особенно осторожным.